Итак, всем добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. Думаю, стрим больше не будет лагать. Уже получилось складно. Не знаю, Итак, что... всем добрый вечер. Вроде раз, звук два, есть. Что у нас было? У нас было то, что ничего не работало. Просто... Сейчас вроде бы как... Норм. Раз, два, три. Так что, кто зайдет, намекните, скажите, как вам качество звука, микрофона. Такс. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будем с Михаилом играть. Алло. Так, качество. О, ты здесь уже? Да. Что, звонил, что-то. Потом, после того, как я интернет выключил, вообще даже в Дискорде не было вот этого гудка, этого звука, там ничего, да? На этот роутер, короче, этот, я его взял так, наполнил, может, я могу ему электричество отключить, и отключил. Давно его не выключал или что, я не знаю. Все, вроде бы сейчас нормально, да? Сейчас похоже на правду. Такс. Так, блин, конечно, жалко, что так вот. Ну ладно. Что поделаешь. Ну что, главное играть. Так. Ну, скажи, как тебя слышно? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Я думаю, музыку тише сделать, нет? Как думаешь? Я не слышу. А, она же на стриме играет. Ну я так ее фоном прям включил такую, чтобы этот. Да, вот, тебя можно сделать чуть громче. Ты что-то так тихо разговариваешь? 4, 5. Вот так вот. Тимура я убавляю, тебе надо добавлять прям. Не, просто иногда ты... я сижу подальше же от микрофона. Ну да. Но лучше так, чтобы внятно было. А то я, блин, нарезку сегодня делал, ну как бы. Тебя иногда плохо слышно, надо, чтобы тебе тоже было слышно. Кстати, да, насчет нарезки. Можно на запись включить, потом с этого стрима можем тоже что-нибудь такое годное будет. Итак, попытка номер два. Что, как у тебя обстоят дела? Ты же без меня еще тоже там Need for Speed ездил вроде как, да? Да. Разочек чуть-чуть там заработал копеечку, нормально все. Можно теперь, да, это, как говорится, я не знаю, что, партия, создавать мне это самое. Я уже жду, мне осталось тебя пригласить. А я не могу зайти, блин, теперь мне придется что, игру выключать, что ли, или что? У меня подписано, написано, ты не в сети. Да, из-за того, что я интернет вырубал, теперь у меня EA Games. Да. Тьфу ты, Да, перезапускай игры. Сорян. Это я мой... пока у себя тоже музыку настроил. Мой косяк. Сейчас мы это исправим. Блин. Так, Steamский. Need for Speedage. Steam Öffnen. Такс. Ладненько. Настройка стрима во время стрима. Да, я еще в начале той трансляции первой сидел здесь и в микрофоне кое-какие настройки тут потревожил. Мне что-то не нравился звук того или иного. Ну и вот я решил поковыряться и наковырял, так сказать. Так, что еще? Сейчас вроде бы звук норм. Думаю, так, раз, два, три, четыре. Поковыряться и наковырял. Да, вроде бы. Слышно, так, вроде бы неплохо даже. Сейчас вроде бы. Я надеюсь на это сильно, конечно же, так. Думаю, я здесь еще у нас убрал. Да. Не, не переименовать. Слышно, вроде бы неплохо даже. На фильтрах тут я накрутил. Надеюсь, чуть-чуть усиление здесь добавим еще на 6. Не, вот так. Да. Супер. На фильтрах тут накрутил. Так, ну вот сейчас у меня стоит, ты в OBS студии. Так. Так, сладненько. Так, с монитор левый. Все, теперь мне надо свой. Вот, заглушил. Вот, приехали. Все, приглашаю. Всем приветики. О-о-о! Вечер добрый. Вечер добрый, ё-моё. Вот это. Да-да.
Все. Ты меня приглашаешь, да? Я жду тебя или мне создать. А, во. Все. Подожди. Раз, два, три, четыре. Хова! Готов. Приглашение принял. Я стрим на себя начал только что. Ого, эхо пошло, ты выключи звук. Здравствуйте, 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 Виктория. Что такое? Все отлично, все отлично. Очень. Здравствуйте, прекрасная, милая, очаровательная Виктория. Так, заглушил сегодня звук там. Я тебя два раза слышу. Два раза. Эхо такое. Я у себя нигде не проигрываю себя. Раз, два, три. Ну, в двойном формате я тебя слышу. У меня это. У меня на стриме послушай. У меня отдельный YouTube этот. Может, ты второе, если ты окошко отдельное открыл, там звук выключи, может. Значит. Я вон тоже его включил, твое окошко. Виктория, как делишки у вас? Здравствуйте, вечер добрый. Как поживаете? Как настроение? У тебя, может, если отдельное окошко было, там может быть просто... У меня... Нет, смотри. Браузер... Яндекс? У меня все основное. А браузер Explorer, у меня там только музыка и все. Так, я тебя сейчас два раза слышу, Миш. Жуть такая, эхо. Так. А ну-ка. Как может тебя? Как настроение? У тебя может если один на кошка было, там может... Сейчас я послушаю на Ютубе повтор. Я нормально, сегодня день выходной. Не-не, я это слышу. Ты как? Ну, чуть-чуть полегче, получше. Почему один? Ты как? Один день выходной, да, он только... Нет, надо же посмотреть у себя, где-то, где еще может, где-то звук включенный? Нет. А ну-ка еще раз, поговори. Раз, два, три, четыре, восемь. Да. Добрый день. Двоится, троится. Что происходит? Я вообще нигде ничего не слышу, не слышу такого. Транслировать дорожку. Так, дорожки синхронизации. Выключить мониторинг. Проверить звук. Видео. Капчер. Интересно. Ты ничего не менял? Нет. Вот, сейчас. Ну-ка, поговори. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Не, ну прям... До этого прям, говорю, двоилось. Не знаю. У меня сейчас ОБС, Дискорд и ВСК включены, все. Блин, ну где-то же... Все же нормально было. Да, Виктория, потихоньку, более-менее, я говорю, были хоть какие-то там делишки, и с эти делишки, соответственно, мне время какое-то ушло, там чуть помонтировал, чуть-чуть там по дому. Уроки сидели, математику с детишками занимались. Вот, вот это вот сегодня прям было у нас, прям вау. Время какое-то ушло, там чуть... Нокс, интересно. А где-то она может еще двоиться, троиться, Миша. Не знаю. Вот, ты говоришь и прям так. У-у-у. А ну-ка, говори. Все. А теперь? И теперь нормально все. Я ничего нигде не менял. Вот, уже лучше. Уже сейчас что-то поменялось. Так, сейчас. Хотя я никуда не лазил. Вообще. А ну-ка, сейчас. И сейчас не лазил. Вот. Нормально. Пойдет. Так, ну что, дорогие дамы и друзья. Вот так вот и живем, Виктория. Нормально. Отлично. У нас потихоньку на улице становится прохладненько. Уже зима на пороге стоит. Но еще как бы не зашла. Тут мы решили горячим таким летним нитфоспидовским летом тут проехаться, бензин попалить, денежку заработать. Ну, короче, вот это вот вся суматоха. Такс. День. Да. Блин. Ну, у меня же ничего такого нет. Нет, я все, я здесь колонки выключил. Я вставил специально наушники.
На борта машины, когда выйдешь из гаража, аккуратно посмотри. Да, вы же там что-то мутили с этим, с Тимуром писали, да? Я и говорю, на борта машины. На двери. Вау, нифига себе, а что так можно было? Да. Красиво сделал. И где ты это сделал? В гараже? Да, в гараже, в покраске. Блин, я... а можно мне тоже такое сделать? Да. Слушай, что-то... Вот я видел в переписке так, Олег, YouTube починил. Шурик Питерский, вот ты видел, как до этого притормаживало. Как тебе сейчас трансляция на YouTube? Скажи, пожалуйста. Должно быть намного лучше. По крайней мере, сейчас все данные говорят лучше. Не знаю, Миша, ты смотришь трансляцию? Кто-то там, да, видно? Нормально. Нормально. Ты заходил где? В студию заходил или оптик, тюнинг? Чего? Где? Ну, ты где наклейки эти делаешь? В студии? Нет. Оптик. Нет, покраска. Покраска. Вот, сейчас опять эхо твое почему-то, Миша. Ё-моё. Покраска. Лакфолия. Лакфолия, комьюнити, библиотека. Нет. А, вот, The Calls. The Calls, да. Так, с правой стороны. А тут ничего же нету. X. А, вот она. Вот я... Чувак, тут вон весь этот есть, да? Наклейки всякие. Да, наклейки, там листай, там будет текст. Вот, сейчас лучше. Да, вот, ну, вот всякие наклеечки. А я, блин... Я видел одного машину обклеена, но я не знал, откуда ты, чего это. Ты когда ты такое нашел? На днях вот. Пока нормально. Ну, я уже третью игру так езжу. Rocket Bunny. Вон наши наклейки пошли. Вот эти Rocket Bunny я уже даже знаю эти. У нас автоспорт есть на русском написано. Life. А там листай дальше. Поверху листай. И будут эти буковки. По самому верху. Да, да, вот новые. Блин, по буковкам сейчас пока напишешь. Не-не-не-не-не-не. Я не это я говорю. Ты листай, где у тебя вот самая верхушка. Ну я так и делаю. Ну я сейчас на стриме вижу, что. А. Ну она чуть-чуть эта самая. Отстает. Вон, буковки нашел. Да-да. Там, получается, выбираешь жирный текст, средний и не средний. И потом на клавиатуре пишешь. Ну да. И вот, самое интересное, ты можешь сейчас написать сначала собачку, потом как бы это. Ну да, я весь написал вот. Название канала. И потом то же самое, только снизу еще YouTube писать. Я бы хотел полностью написать, но она не влазила. Ну, я пишу вот собака, драйвер, у меня же снизу там черточка была, да? Да. Драйвер лайф. Так, unstricken, вот. А, во, растянуть можно еще ее. Да. Прикольно. Можно шрифт больше, можно цвет покрасить. Не, вот так нормально будет. На двери сделать. Так, На зеркаль. Как поставишь ее на эту сторону, зазеркаль, чтобы она с той стороны также отображалась. Зазеркалить. Фершибен. Подожди, а, во, нашел. Штрекен дрейн. Так, куе. Это вот это вот. Рекол. Ну, а мне надо перейти на другую сторону машины. Нет. С этой стороны машины, то, что ты ее наклеил, да. Прям на этой картинке внизу, под каждой буковкой у тебя что-то написано. И там есть, как бы, зазеркалить сообщение, ну, вот эту надпись, отправить ее на другую сторону. Внизу у тебя написано должно быть. Ну, тут есть... Подложены вот эти буковки. Да, да. Читай, там прочитывай нормально, и там будет написано. Так как у меня на геймпаде, у меня было это на букву X. Такс, ну да. И не надо тебе на ту сторону ничего писать. Просто с одной стороны пишешь это же, и оно просто копируется на ту сторону и все. Но я нажимал до этого, а как мне теперь отсюда выйти? Так. Сохраняй и выходи.
У меня на номерном знаке написано стрим, а по бокам YouTube канал. Блин, что тут сам все рекламу ездишь? Нормально. Это я еще не вникал полностью по краску в это все. А если за полстанам провести несколько часов все это изучить полноценно, можно и не такое сотворить. А, вот, я же могу вот здесь делать, да? Зашли погонять, поиграть, в итоге полдня будем это, машины разукрашивать. Ну да, а как тут еще получается, вот так оно всегда? Позиция, так. Нет, ты не зазеркалил. Не, я что-то не могу понять, дрейн, я нажимаю, здесь крутить, здесь это растягивать, декол. Ну я немецкий не знаю, ты бы подсказал. Так оно тут не стоит. У меня не стоит здесь зазеркалить, понимаешь? Олег. Камеру развернуть, подожди. Подожди, у тебя снизу, видишь, на буковке надписи. Я вижу. Написано. У меня есть растянуть, сжать. Передвинуть, вот. Передвинуть, я ее наверх тогда тащу. Канием. Зендл. Что означает на буковку Т? Т? Где Т? Т. У меня нет буквы Т. Ты видишь все, ты не это. Сейчас погоди. Я не вижу букву Т. Ё-моё. Пока нет. Восстановить. Она буковку Си, что у тебя? Раздвоить. Ну, два сделать. Второй. Я нажимаю на С. Восемь у меня. Смотри, видишь, они. Я понял. А буковка R что означает? Сбросить. Так, подожди. Я нажимаю, видишь, она. Я R нажимаю, она. R, C, а следующая буква какая? T или U? V. Последняя. Камеру сбросить. А на V что означает? Ну, камеру сбросить. Я нажимаю на. Если я, допустим, мышкой камеру двигал. Вот. Это же я могу мышкой делать. Получается, у меня сейчас только. Что означает? Восстановить Z. Я что-то не могу понять. Вот я сейчас их на 4 штуки наштамповал, а я выйти отсюда вот не могу. Во, в чем прикол. А, во. Что-то я нажал, подожди. Декал, дуплицирован, штрека, файнштерм. Так, а если вот здесь где-нибудь. Что за прикол? Алло. Самое главное, я-то с меню выйти не могу никуда. Вот так вот. По цифрам где-нибудь. Ни одна машина. Вот сверху вид. У меня нет такого, чтобы зазеркалить. Зазеркали было бы шпигельно, это я знаю. Я их могу только раздваиваться, они у меня раздваиваются, смотри. Смотри, сколько уже наштамповал. 5 штук, 6. И так, можно и так. Не, прикольная штука. С одной стороны. С другой стороны, я хочу уже играть. Алло. А как мне отсюда выйти, знаешь, вообще? Самое главное. Ты не помнишь, как отсюда выйти? Во! Нашел! Вот, Миша! Да. Я нашел, где зеркалить. Вот теперь у меня есть зеркалить. Вот. И эту зеркальную, как мне перетащить на ту сторону? Вот.
Ты просто нажимаешь, и она на той стороне сама появляется. Есть контакт, смотри. Хо! Теперь я здесь ее. Окей. Оставь. Все. Вот. Мне надо было просто, знаешь, нажать кнопку этого. Что это? Control, да? Сейчас я всю сторону обклею, пускай так будет. Без разницы. Нормально. Драйвера как-то мне там, подожди-ка ся. Все. Так, есть. Теперь я могу. Блин, ну конечно я тут. Прикольная штука. Поиграться чуть-чуть. Ну да, это уже конкретно. Поехать и играться с каждой машиной. Ага. Краской. Для этого я захотел, что выбрал эту машину, ну, это набор, и просто покрасил этот набор. Да. А теперь это, блин, минут на 40 только одну машину. Верю. Какая будет? Я не знаю, стоит брать этот. Кто будет просматривать потом записи, скажите. Стоит заморачиваться брать гелик и настраивать его на шоссейную машину, как на шоссейную машинку. Гелик? Просто гелик. Почему бы и нет? Ну я тоже такое делал вроде бы. Нет, здесь гель для оффроуда. В основном для оффроуда. Так же как и этот Форд, он тоже для оффроуда. Но я его под гонки сделал. А если гель под гонки? Forza Horizon. Да. Так, в Forza Horizon у меня гель 6x6. The calls. Я теперь захожу на наклейки, и теперь у меня получается. А, во. Текст. Слушай, тут наклейки можно до утра сидеть выбирать, да? Да. Я о чем говорю? А там YouTube наклейку не находил? Нет, я туда сильно не лазил. Во, нашел прикольную штуку. Куда теперь мне только засадить? Во. И знаешь, что я тебе скажу? Да. Ты все баллончики открыл с краской? А я не помню даже. Так я точно не знаю. А чё? Если не все, значит краска ещё не вся будет, ещё будут дополняться. Я ездил, собирал, как-то мне скучно было, вот, чтобы там все не все. Вот именно. Все баллончики с краской соберёшь, тебе мало того, что
деньгами дадут, RP статусом дадут, так еще и саму эти сами наклейки новые дадут. А, окей. Так что там не все будут краски. И, а если полностью все краски соберешь, еще и машину до кучи дадут. Угу. А мне вот, чтобы это все собирать, нужен стимул. Ну ладно, в чате никто не сидит, это как-то еще ладно. Я могу как-то это пересилить. Ну блин, это... Надолго меня не хватает. А я как-то ездил, один раз я включил стрим, чисто вот на сбор вот этого всего, да? Ну, мне не хватило за это. Я три раза запускал стрим на сбор. Хорошо, Шурик питерский, я вижу. Я три раза запускал такой стрим на сбор всего, но мне не хватило это. Это, возможно, даже можно какой-то собрать этот алпом нашего. Да. Да. И гонки ездить, и эти все собирать ачивочки. Только что Тимур больше меня уже собрал. Я, получается, чуть поменьше собрал, а ты вообще, наверное, не собирал. Так-с. Подожди, так, что там? Я выехал. Да, я пытаюсь. Я смотрю, у меня вообще на Ютубе-то нормально все, нет? Ну, пока нормально. Раз, два, три, четыре. Да, делай. Я всем приглашение скинул. 8 игроков в сети есть. Окей. А ну-ка, как она теперь будет? За гонку 72 тысячи платят. О, хорошо. А как мой камера была? Приглашайся. А ты мне ничего не приглашал? Пригласи еще раз. Привет, проект от гаража. Я уехал? Блин, тебя... У меня просто стоит то, что это возле гаража, это, на Ютубе. Как камеру двигать? А, отправил. Во. Вот теперь я получил. Просто, когда я рядом с гонки... Ага, я получил, гараже... я нажал... С. Да не хочу я машину менять. А, блин, все. Балбес. Что, у меня там стоит название? Драйвер YouTube, да, драйвер лайф. Слушай, если машину взять, где побольше эта площадь, можно сидеть там, заниматься этим, да? Да. Так, у нас что, Тимур сегодня сказал, что не получится, да, у него? Нет. Ну ничего. Блин, Миш, я смотрю на календарь, тебе же еще неделя отпуска осталась, все. Да? Потом, а потом опять тебя, блин, не увидишь толком. Я сейчас сам он работал всю неделю, как этот, он как... Ну, когда мне чат переписывается, ну, что там, тебе неделька осталась, я говорю, ну да. Я думаю, можешь больничный взять еще на недельку. А ты зарплату только в декабре увидишь. Я говорю, да ладно, приду сразу это... Чмотки скинул, это, кандалы и, блядь, до Нового года во все тяжкие. Обалдеть. Что серьёзные, деньги-то надо зарабатывать. Ну а чё ты сейчас сидел месяц дома, чё тебе деньги не дадут, что ли? Ну, только у меня пришло зарплата 10 тысяч. Не хватило коммуналку оплатить и всё. Серьёзно? Да. Всем здрям, хорошей игры. О, 11, спасибо большое, здорово-здорово. Привет, бро, 11-й. Ну хороший, это, конечно, просмотр. Это, конечно, жестко. Хороший. Блин, твой настроение. Опять сигнал, твой велосипед. Я же этот сделал, видел? Need for велосипеды. Шортс записал. Ну, видно рекламу хоть? Вроде видно. У тебя сейчас что за тачка? Форд. Ford GT? Так, 150. Миша Ку, да, Миш здесь.
Если вдруг кто не подписан. Я он. Он здесь, он. Гусь. Зергут. Миша с нами. Может, нам... В ОБС у тебя, может, стоит прослушивание в ОБС включено или что? Нет. Я там вообще ничего не меняю, ничего не делаю. Первый раз такое. Я уже все убавил, здесь все выключил. Питерский Шурик написал. Делай. Чего? Шурик питерский написал. Делай. Кого? Гелик для шоссе. А, да, конечно, делай. Я, в принципе, у меня гелик есть, так что можем в следующий раз эти гелики. Ну, я его тоже в него вложил денег. Три вагона. У тебя уже сколько там вообще денег? Хватит тебе на гелик, не? Чтобы купить, да. Чтобы тюник нет. Окей. Ну тогда будем зарабатывать, чтобы тюник был. Я сегодня прям уже так ждал этого стрима. Думаю, блин, все, я не работал. В воскресенье сегодня я не работаю. Мне ж прям дико. Обычно работаешь постоянно. А тут вчера я работал, сегодня отдыхал. Ну, как бы отдыхал. Поспал чуть-чуть, и потом началось. Да, то надо. И он вещи с машины вытаскивал там. Кое-что надо приготовить на завтра. Еще и видос сегодня смонтировал в обед. Этот, Need for Speed, да? Вышел коротенький там, да? Как-то мы втроем ездили тоже. Бам! Минус забор. Минус то, минус все. Не, ласточка, конечно, прет. Вот это забор по... Чё, я два дня монтажу видео. Так два дня, я если... Большие проекты, 11, если у меня видос, который минут 30 будет, я две недели могу над ним сидеть, потому что по-другому никак. Работа мешает, еще что-нибудь, и садишься просто, начинаешь делать, фантазия не работает. На выходе... О-о-о! Хераси! Ты что там, в 4К что ли записывал? Конечно, 120 гигабайт, это 4К будет спокойно. Я верю. Сколько длительности, длиной ролик получился у тебя на 120 гигабайт? 20 минут? Полчаса? В 4К, да, минут на 20 нормально. 120 гигов — это жестко. Да у меня вообще места не было. Мне надо было, блин, и место нужно. Мне нужно было реально место. Сейчас я пару своих этих подмонтирую здесь. Кое-что поменяю на компьютере. И куплю себе еще один жесткий диск. SSD-шник. Не знаю, терабайта сразу, наверное, на 4. Потому что я вот видос в этом году смонтировал летом на компьютер, а у меня мест нет. Некуда ложить. Ёп. Я этот HDD хочу вытащить и поставить SSD-шник. Че, мне тебя приглашать? Да, о, вот он. Отъезжай. Лови. Дыщ, все врезаются в меня. Ну да, в 4К, я и говорю, в 4К, если 120 гигов, это нормальная тема, да, я из этого, в принципе, и у меня уже техника есть, ну, как бы, GoPro или iPhone, которые могут в 4К записывать, это все проблема, у меня нет, ха, классно, медведь с пивом, YouTube, супер, клево, у меня нет, скажи, я скажу, нету места на компьютере, во-первых. Во-вторых, сам компьютер, процессор чуть-чуть слабенький для того, чтобы я там в 4К что-то там перемонтировал, переделал. И это прям огорчает. Когда я компьютер покупал, мне чувак сказал, говорит, возьми, говорит, типа за процессор надо было мне что-то 300 евро больше дать или 500. И я бы тогда мог сейчас сидеть в 4К бы штамповать. Но! Я смотрю статистику каналов YouTube, да, у меня канал не один, и в 4К, как бы, пару видосов я делал,
Это еще далеко, то есть нам еще можно спокойненько 2 года, 3 года, вон, 1080. Большинство народа даже телевизора нету, чтобы в 4К смотреть, воспроизводить и так далее. То есть смысла нету в 4К засорять канал, засорять серваки. Ну, я не вижу в этом пока смысла. Оно, конечно, само по себе красиво, занимает много места, но статистика говорит о том, что еще, ну, люди до этого не дошли, не готовы и так далее. А так, как бы, у меня он GoPro снимает в 4К, iPhone снимает в 4К, и если я буду камеру брать себе еще такую отдельную, то по-любому надо, чтобы она была минимум в 4К, ну, как бы, она чтобы 4К тянула, но чтобы было там 4К, чтобы было именно на 60, на 120 кадров в секунду. Не знаю, я еще... Я никого не знаю, кто в 4К на телевизор смотрит, честно. Ну, не знаю. Телевизор еще до этого не доперли у некоторых вообще. Не видел. Так, конечно, если у тебя прям совсем здоровый такой телевизор, у которого прям 70, сколько этот самый, цоль, 60. Они, конечно, будет, да. Если телевизор у тебя такой маленький, который там, ну, 50 диагональ, там, ну, 50 цоль. То, конечно, он там слабовато для этого всего. На телевизоре-то, да, там, блин, плюс-минус работает. А у меня, я статистику смотрю, смотрят тебе на компьютере, на мониторе, который 1920, плюс смотрят тебе с устройства Android или с телефона iPhone, да, вот этого всего. Тебе маленький экран, а тебе здесь 4К, как бы, ну, вообще неуместно. И как бы... И туды, и сюды. Ну, конечно, я пробовал, когда вот даже не в 4К, а 2К, там, 2,7 делаешь, на телевизоре смотришь, прикольно, видосы. Да, очень прикольно, особенно тебе 4К это плюс-минус хорошо, но чтобы было 4К 60 кадров в секунду, вот тогда это другая песня. Вот 30 кадров хорошо, а 60 это прям вообще вот это вот все четкое такое, если... что-то замедлить, вот это все такое жиденькое, красивенькое, мягенькое, вай, четкое такое все, да, а если, блин, а если делать 4К в 30 кадров в секунду, тогда лучше и не делать. 60 кадров, 120, оно занимает место, прям вагон, из-за этого мне прям SSD-шник нужен прям на следующий год, в этом году уже не смогу себе этого позволить, другие планы поменялись, да. Вот, но надо будет в феврале на день варенья 4 терабайта взять, нормально будет. Но опять же, я много видосов раньше записывал на мотоцикле, видишь, я их себе складывал, а потом только. Да-да, на ютубе только 60, все правильно, на ютубе только 60 выдает. Ну, представляешь, сколько стримеров ежедневно заливают на ютуб вот этого всего. Стримы, видосы и так далее. Если тут каждому по 120 кадров, по 140 заливает вот это самое, ну, где им это хранить? Сколько миллионов терабайт в день заливается на YouTube? Я просто вообще жесть, как они еще, ну, тянут это все, да? Это же тоже непросто. Тут, блин, жесткий диск, 4 терабайта, не знаешь, как себе родить. О, Миша на Цивике ушел. Обалдеть. Серьезно, что ли? Ладно, я сам сморозил, врезался. Да, Миша, сморозил. Ты еще здесь? Я тебя догонял. Конечно, догонял, блин. У тебя там в Цивике, наверное, на одну запчасть больше стоит, чем у меня в этой. Я так же, как у тебя, 400+. Ну, в один прекрасный момент уже... Ах, в этот... Врезался! Нет! Блин! Ну, я так отрикошетил от забора такой. Бах, я еще тебя задел, да? Я тебя поправил маленько. Вот, смотри, я спереди видал, на бампере тоже наклеил. Так. Вообще точило. Так, давай, наверное, другую тачку возьмем. Сейчас я зайду, поменяю машину. Ну, это просто монитор. Монитор 144-герцовый этот, наверное, да, где прям все... Так, BMW у меня тоже такая. Вау. На 56 тысяч есть гоночка. Блин, все равно эхо такое чуть-чуть пробивается. Сейчас я хочу BMW взять. А вот тут еще Ford есть.
Мне надо тюнинг на него сделать. Давай пока это самое, я поеду в гараж. Где мой гараж? Давай еще одну гонку и поедем в гараж. А, ну давай, ладно, говорю. Ну я сейчас машину поменял. Она у меня слабее, наверное. Я не знаю. Хотя... Я другую сейчас возьму. Бери, бери. Я в этого взял. Форд. Сейчас я... Я уехал. Я к тебе еду уже. Во. Все, принял. Вот, я на эту тачку сейчас. Она у меня темного цвета. Я на нее наклейки сейчас наштампую. Здорово. А, у тебя новая BMW в таких наклейках. Вот 144 Гц. Как тебе монитор вообще 11 с таким и качеством? Кайф? А, это X6 таким наклейками. Ну сколько у тебя сейчас? Тоже 400 плюс в X6? Нет, это здесь 380 с копеечками. Угу. А нет, 391, по-моему. Фига ну, себе. В Форде 385, а здесь 391. Ну. Ну, мне даже... Ну, сейчас надо мне его на 400 сделать. Потому что я в него ввалил-то неплохо в то время. То есть не хватает, а чуть-чуть совсем. И наклейками обделывать это тоже. Да, пока ты поедешь наклейками делать, я поеду куплю этот гелик. Давай. А чё, мы вдвоем что ли? Да, это гонка какая-то могучая. Нифига себе ушел. Ты посмотри, что творит, а? Одиннадцатый, давай как-нибудь на специального гостя, когда у тебя время будет посидеть, пообщаться. Поразговаривать, если есть настроение. Прям вот, прям надо вот такой подкаст зарубить. Ах, блин, ты смотри, X6 какой, а. Зараза. Да, только он не поворачивает. Ё-моё, а ты смотри. Я от бабушки, говорит, ушел, я от дедушки ушел. Сейчас я это, я вижу, написал, обязательно сейчас отвечу. Я теперь должен сконцентрироваться на дороге, иначе Миша меня тут растоптает. Я уже чувствую, как он на кнопке жмет на геймпаде. Прям дышит мне там в этот, как говорят, в затылок, да? А, у него... Нет, прилетел! Охренеть! Вот, я же говорил, ты посмотри на это, шо, надо не забыть с этого стрелять, шортс надо делать здесь. Ты пос... А, блин, перелетел. Хотел, срезал, да? Читер, да, блин. Конечно, это внедорожник. Это внедорожник, говорит. Я еду и там, где нет асфальта. Там, где волки какать боятся. Все правильно. Там, где ваши гоночные тапки, говорит. Шлепки, говорит. У меня, говорит, кирзовые сапоги, я везде проеду. Не, ну у меня она мне нравится, видишь, сопротивление ветра маленькое, да? Ну да. Я с нее тащусь, прям она вон лежит, к асфальту прилипла, пригнулась. Прям вау. Ласточка, я бы сказал. 350 почти. Ты от меня только напрямую уходишь. Ну да, в поворотах тоже могу, если... Мне главное, видишь, мне главное с тобой, когда ездить, меньше врезаться. Да. Если бы я меньше врезался, в принципе, тогда нормально. А вот я пару раз сморожу, врезался куда-нибудь, и все. И ну, Миша сверху у меня так, летучий голландец. Говно, обогнал, я уже ждал, сейчас думаю, что-то будет там, да, точно такой, летит, блин. Фига ты там жмешь на геймпад, аж прям слышно вот этот. Щелк, щелк. Порхает как бабочка, жарит как пчела. Блин, давай, 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 пошел! 500 метров чего, до финиша что ли уже? Да ладно, давай.
Офигеть. Фу, стрела. Ультра широкий моник. Если сейчас обычно увижу монитор квадратный, будет ощущение, что попал в каменный век. Я тебя понимаю. Ты когда к такой привыкаешь, фигне, все. Я хотел купить такой перед началом своего стримерского здесь вот этого действия. Что-то подобное даже. Или уже нет, я стримы водил. Я просто взял. У меня сейчас два стоит монитора. Я тоже с двумя привык. Сейчас мне возле одного сидеть стримы как-то включать. Не, у меня на одном у меня мониторе тут YouTube, OBS там или Streamlabs. На втором мониторе на полностью игра развернутая. Все. Это, конечно, тяжело. А Monix 160 Гц это в игре 144 поставил, ибо не было 160. Ну да, техника не успевает. Так, мне нужно что? Мне нужно в гараж дайте. Да. В любой. Где гараж? Алло, алло. Вот, С. Заходим быстренько в гараж, пишем рекламку и полетели, полетели. Блин, я только нажал стрим включить, 47 минут пролетело. Чё за фигня? Чё так быстро, да? Вообще время летит быстро, потому что... А почему время быстро летит? Потому что завтра мне на работу. Я еще хочу попробовать, есть тут в магазине первый Volkswagen Bentley, ну это жук первый, а потом идет Chevrolet C10, да. Fabside пикап. Хочу потом его тоже подгоночный сделать. Да. Ну что? Текст. Нашел. Пишем. Собачка. Моник 160 Гц. Это, конечно же, круто. Это очень круто. У тебя, я могу представить, у тебя там просто глаза кайфуют. За таким монитором это просто сказка. Честно. Вот. 160. Я смотрел тогда вот эти 120-140, и они уже до того, ба, крутые. Во. Чу. Такс, Господи, оставь ты его. Все. Так, драйвер YouTube. А здесь мы что делаем? Что, купил? Да. Сколько он сейчас? 220 тысяч там стоит? 115. Что, у тебя остались деньги? Ну, деньги-то остались, но на его... Так сказать, апгрейд нету. Угу.
Сейчас еще секундочку. На нем еще прикольно стриминг, как ты любишь. Он пополам делится, получается, два разных экрана. И он гнутый. Да, да, да. Я такой смотрел. Но у меня... мне несколько вещей смутило. Я его не стал покупать. Во-первых, он электричество жрет больше, чем мои два. И тяжелый собака. А у меня тут кот. Как собака мой, начал по столу скакать. Я думаю, если мне этот кот сиганет на мой моник, он стоит неплохо. У тебя какой, кстати, фирмы? Samsung, Toshiba. Где ты его брал? Ну и, короче, я побоялся и не стал рисковать. И, короче, вот это вот осталось все вот так, как осталось. Не, давайте еще я спереди сейчас еще... А что такое? А, вот так вот, фолия, декалс. Так, там здесь накатал, форны. Вот, здесь еще надо накатать. Сейчас, секундочку. Ты мне уже заждался, наверное, да? Скажешь, когда ты уже будешь, готов уже будешь. Я тебе ставлю. Во. Блин, ну прикольно, слушай, я так облепил, такой раз его. Такс, это есть. Теперь еще раз можно вот это вот. Такс. Нет. Вот это я не буду трогать. Так, я готов, хватит издеваться над машиной. Или не хватит? Не знаю. Ну, еще ж на лобовое еще ж можно. А тут можно. Рука. Справа налево, читай название. Молодец, молодец. Да, я понял. Высуни сам пей, да. Да, 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 да. Я сегодня такое смотрел, когда, говорит, владелец телефонов, говорит. Владельцы телефонов этих Samsung, говорит, когда, говорит, новый телефон выходит, говорит, новый iPhone, говорит, iPhone говно, говорит. Ну, владельцы айфонов, когда, говорит, выходит новый iPhone, они же не говорят Samsung говно. Да, гнус-масс. Гнус-масс гнусавят. Самсунчики гнусавят. Это очень крутая штука. Классно так придумал. Гнус-масс. Я вот надо запомнить это. Да. Ну что? Наши гонщики погнали. Отака. Я думаю, мы готовы. Сейчас я еще знаю, что единственное, хотел зайти, перепроверить. Может быть, да, не может быть, а так оно и есть. У меня некоторых запчастей не было, поскольку когда я их выигрывал, я был еще не на этой тачке, а на другой. Сейчас я добью ее. 5 секунд. У меня еще 1 700 000 есть. Да, о-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 
парный театр. Жалко, конечно, что с нами Тимура нет, нашего итальянца. Друга из Италии. Мама Мия. Мама Мия пиццерия. Вот зря, конечно, он тут нет его здесь, но ладненько. Я думаю, надеюсь, он с нами будет чуть попозже. Так, у нас что тут у нас? Ходовая? Нет, ходовая у нас нормальная. Тормоза придумали трусы. Зачем нам новые тормоза, правильно? Резина. А вот резина... Так, релли, дорога. Вот резину надо поменять. Гнусмас. Это круто. Да. Та-та-та-та-та. Релли, релли, реллеры. Так, что-то у нас присыпало коробки. Вот. Вот. Слышь, два раза ремонт. 30 тысяч баксов стоит. Надо купить полезная штука, чтобы... Вот чего-чего это нам надо. Так, стандарт. Сейчас я еще здесь кое-что докуплю, прям чтобы было. Вот это сюда еще ему, хоп. Пока деньги есть. Блин, вот столько бы у меня было бы на карточке, на настоящей. Я бы, блин, вообще бы этот... На работу бы не ходил, каждый день бы стримил тут. Почти каждый день. Каждый день, конечно, крыша поедет, наверное. Так, колеса мы оставляем. Ты здесь уже что-нибудь менял? Не. А вот так можно поменять. Лезвие. Фронт. Это все. А, это с бампером. Я не могу поменять, да? Карбон. А есть еще алхимист. Карбон. Вот это вообще вот пупсик. Так, ну что? Летчики на летчике, атака, в день зарабатываем копейку. Видишь, мы пока хотели тебе заработать, я сам потратился. Блин, показался, я всю машину вклеил эту. Сейчас увидишь мою тачку. Не, ласточка прям вообще, я тебе говорю. У меня сзади, смотри, стоит канал, и тот, и тот. Блин, я мог бы еще и ваш написать же на окне там, да? Когда едешь. А мне надо правильно смотреть, как у тебя там написано он. Что, зайти или потом дописать? Ладно, там еще потом? Есть. Там есть еще. Можно будет вниз, на заднем. Вниз стрима можешь, что хочешь делать. Да, ладно, то время идет, блин. А мы не едем. Ты где? Уезжаю. А, ты еще не выехал? Не, подожди. А, я думал, это ты, это не ты, тут кто-то возле меня буксовал. Я колеса заделал. Чё за чувак на Порше? Это не ты на Порше? Нет. Нет, у меня нет Порше. Чё там стоит? Ой, он сваливает, я сейчас его догоню. Ну-ка. Ты убегаешь, я догоняю. Что-то всех YouTube глючит, только у тех, кто с РФ. У меня YouTube гнал, но у меня YouTube гнал только... У меня сама по себе интернет-связь глючит чуть-чуть, знаешь. Не-не, то, что там пишется, нет, это все не то. Фига себе, у тебя гелик уже зеленый. Это первым делом. Зеленая краска. Зеленая пыль, зеленые диски, зеленая... Обалдеть. Красавчик. Подожди, стой. Я помешан на зеленом. Да я вижу. Тебе надо тачку свою личную, личного пользования тачку тоже в зеленый красить. Лаги жесткие. У нас тоже лаги были. Короче, у меня я этот роутер перезапустил. Все пошло нормально. До этого он меня тоже гнал. Вот с мобильного телефона что-то до сих пор. Что-то у него есть. Я не знаю, сейчас вот работает. Я даже не включаю. Ну-ка. Нет, сейчас работает нормально. А вот я первый стрим же я начал, 11-й, короче, я врубил стрим первый, и у меня все пошло медным тазом, задержка, у всех подвисало, все, я пошел в этот, в комнате, выключил этот роутер с розетки, роутер, вырубил его в Караганду. Так, Миша, сколько у тебя там мощности? Приглашать тебе же надо. Тут 200. 200 только? Ну, надо делать своп двигателя, он стоит 650. Блин. А мне не хватает. Погоди, я это... Мне кажется, на Ютубе просто идут большие перемены, большие обновления, и, соответственно, Ютуб подвисает. Неделю назад, две недели назад такая же хрень была у всех.
И у меня тоже была, но я как бы живу на территории Европы, а потом я проснулся в понедельник, хоп, а на YouTube приложение в телефоне началось по-другому все чуть-чуть выглядеть. Поменяли меню, поменяли чуть-чуть интерфейс опять. Они уже за 10 лет столько раз интерфейс меняли уже на YouTube. Только привыкаешь ко всем этим функциям, опциям, куда чего лезть, и они опять какую-то хрень поменяют. Вот если честно, чуть-чуть уже поднадоело, вот не успеваешь за вот этими, да? Они, блин, быстрее интерфейс-то меняют, чем Android выпускает свое обновление, да? Короче, такая тема. Вот сейчас вот стрим работает более-менее. Вот так я включил, ну, таких задержек нет. А первый стрим, который у меня был, там, полтора часа назад, я не знаю, я его там выключил потом, потому что, ну, и невозможно было. Мне даже телефон включил, хотел проверить качество звука, микрофон, как там что работает, и... Ничего не работало. Сейчас вроде бы все работает, но поехали. Ты соединил? Пригласился? Согласился? Пригласился, да. Что я тебе со мной? Хотя название канала длинное, но я попробую там булку помельче сделаю, тогда добавлю его там. Да, это каждые такие обновления несут за собой какие-то перемены. У кому-то в худшую сторону, кому-то в лучшую. У кого техника слабенькая, они потом буксуют. А у кого техника наоборот крутая, те в ладоши хлопают. Я бы как бы тоже не против был, но сейчас я сколько видел, у тебя 4К 60 кадров в секунду, все, потолок. А если реально вот эти вот широкоэкранные размеры, где у тебя будет, допустим, там 2 с лишним тысячи или 3000 пикселей на 1024, допустим, вот эти вытянутые, да, ну как бы, чтобы ты размер этот выставлял, как раз в твоем случае 11, это было бы круто. Я думаю, какую-нибудь фишку они все-таки добавят, потому что последние обновления были, стикеры добавили, теперь можно будет... подписку сделать на своего там какого-то там канала, чтобы тебе раньше наклейки тебе эти платили, покупали как во время, типа донатов. Ну там свои плюсы были, свои фишки, ну как бы плюс интерфейс поменяли, какие-то кнопки добавили, перенесли, потом главные кнопки перенесли, сам плеер теперь у нас превьюшки с такими, края у них не острые, там какие-то закругленные, поточенные, там я не знаю, но за последние полгода много работы было проделано. Я вот недавно видел чувака в Америке, который реально этот, ну, в интервью смотрел, который сделал мобильное приложение YouTube. Ну, как бы нормально, да? То есть, благодаря этому человеку, он русский программист, благодаря этому русскому чуваку, или белорус даже, ну, дело даже не в этом. Дело в том, что благодаря ему там, да, он, теперь у нас есть YouTube, есть и на Android, и на iOS, и на iPad, и на ноутбуке, и везде. То есть раньше-то это для начала уже было в персональном компьютере, и типа все говорят, да ну кто будет на телефоне смотреть. Знаю, я по своей статистике смотрю, да я и сам такой же YouTube пользователь мобильного устройства, то есть даже находясь на работе, я могу включить какой-то стрим чей-то там, да, без разницы. И если я не смотрю, так я его как бы слушаю, да, но все равно работает через мобильное приложение YouTube. Да, больше 60 смысла нет делать, я понимаю все. 120 кадров в секунду — это только для slow motion. Это вот эти все эффекты, когда ты записываешь что-то прикольное под музычку, там, да, именно замедлить какие-то действия. А так 60 кадров, да, это уже потолок. Есть люди заторможенные, им как бы 24 кадра в секунду хватит. За них 60 кадров в секунду будет уже скорость света, я лечу. Это как бы да, здесь я согласен. Человек глаз больше не видит. А он вообще видит там 55-50 этих видит. Просто 120 FPS используется именно потом при видеомонтаже или 240. Когда клевые, замедленные такие, там, с переходиком, жух-жух, там, прям, вот смотрел я на днях уроки, там, монтажа одного чувака, прям, да, то что я монтировал, за последние две недели я намонтировал кучку маленькую, и это круто, ну,
именно тебе вот этих вот много кадров в секунду дают вот это вот преимущество потом, чтобы у тебя кадр не дергался, ты замедленил, замедлен действие там под музычку определенную, потом ускорить, допустим, так же красиво можно. Вообще, ну там, ну есть свои фишки, то есть это не для телевизора, а чисто для монтажа. Уже камеру смотрел, то есть сейчас может спокойно камеру, вот у меня даже на айфоне, на 12-м айфоне с лёмошин я могу в 240 кадров в секунду штамповать. Но там, извините меня, вот размер файла будет 1 минуту, наверное, 5 гигов весить. Так, Миш, что делаем дальше? Говори, начальник. Едем в другую или возьмешь другой автомобиль? Другую. Я имею в виду, другой автомобиль возьмешь или что? Вон, чувак подъехал, смотри. На тебе. Офигел, что ли? Нет, я имею в виду этот. Помощнее надо что-то взять, давай. Блин, сейчас побыстрее чуть найдем. Во, поехали. Ого! Ну вот если у тебя 60 FPS, вот эти VR на PlayStation, второй VR одеть, это будет кайф. Это прям, ты там находишься внутри. Это детка красота просто. Это я вообще тебе... Это очень кра... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это врезался. О, меня позвал этот чувак. Чувак, ты к нему пойдем? Ты пойдешь к нему? Тебя тоже позвал? Ну, он всех позвал на сервере. Нажимай. Давай, соглашайся. Это который на Мустанге, я ему в бочину заехал. Ну, тут получается, он приглашает всех, кто в данный момент на сервере и не участвует в гонках. Да. Заднее стекло разбил. Ну вот с последними фишками тюнинга прям Форд стал лететь. Стрела прям. Да. Ох уж эти 60 FPS. Ох уж эти 60 FPS. Ладно, пойду на боковую, а то втыкаю. Завтра застримаю. Да. Спасибо за стрим, общение. Да, не за что. 11, когда у тебя стрим будет? На днях будет что-нибудь, нет? Давай как-нибудь пообщаемся здесь. То я у Лизы вижу. Ну, это самое. Так, ну чё? Он на Форде, я на Форде. Ты тоже на Форде. Да? Ну чё, Форд, да. Да. У него ещё старый Мустанг. Да, ну мы что-то прям сразу уехали, да? Нашел с кем связываться, да? Все кусты подстригли. Да ты, говорит, дворник. Я не дворник. Я этот самый ландшафтный дизайнер. Не за что, не за что. Я потом с этого стрима еще, наверное, там пару кадриков вырежу. Потом смонтируем это все дело. И покажем, расскажем такое. Пускай будет на память. Коротенький, да. Потому что 2 часа пересматривать все равно. Это редкая, но метка. А вот 4-5 минут такую нарезочку еще нарежем. Красиво будет. Блин! А, ну тут, слушай, короткий очень круг, да? Вот уже на финишной это были. А я только разогнался, уже тормозить пора. Пусть открыли, что первый принят. Он? Да. Да, без проблем. Да я только половину проехал. Я знаю. Сейчас приторможу. Все что нам. Сейчас притормозил. А, хочешь, чтобы он обогнать его? Да. Ну. Решил. Обогнать можно любого каждого. А так, он, если он сейчас придет, как бы первый. Еще раз пригласит. Да, у него двух соревнований чисто будет. А так вот, когда приглашают, и тут ты его делаешь по полной программе, уходишь и финишируешь, у них складывается ощущение, что. Ну да. Доминирует, зашел, и они психуют и выходят из игры. Ну, из гонки. Короче, ты психолог. Ты проехал трассу. Ну, пол трассы проехал, а потом вышел. И
денег ты не получишь, двойной, двойной этот объем денег. Да-да. А так он едет спокойненько. Ну, да я скажу, у меня бензин кончился, он 160 еду, вы меня уже догоняете? Да, я 170, это у меня тебя видел. Еще минус забор, вон пролетел. Ты ему сигналишь? Ага. Давай сейчас ему так мнакан, типа будет думать. Я тебе подпину выхитил. Я не газую, думаю, что он так быстро едет, блин. Я, блин, специально не... Вот смотри, у него сейчас... Он только игру начал, у него сейчас, смотри, сколько прокатчиков можно было. 166, а у нас 400. Ну да. Конечно, можем доминировать. У него свежая тачка, конечно, да-да, я понимаю. Намек понял. Он стоит, смотри, рядом. Че, позовет, не? А, он тебя теперь, давай. А интересно, а, он стоит у него PlayStation, да? А ты не знаешь, да, какой. Это значок PlayStation. Да, да, ты не знаешь, с какой он страны, да? Поехали за ним. Миша. А пригласил не он, другой пригласил. Нет, это другие гонки уже. Мощные. Видишь, он даже трассу не знает. Mm-hmm. И я в воду ушел. Купаться? Да. Кто-то я врезался. Ты там стоишь? Да. А что там? А, у тебя кусты там были. Наклейку брал здесь. А, вот за тебя. Сидит и ищет, где это что находится. Сто пудов. Ну вот. Либо он полступор и не знает, что создать. Сейчас опозову. Наверное, согласился. Три уже до семи. Ну да.
потому что я выждал момент, когда гонку принял, а потом я уже принял. Ага. Ну-ка, напиши мне что-нибудь в чате, пожалуйста. Сможешь? Так, ключ есть вообще, не? На том канале вроде был. Ну да, нет, на этом. А с этого я редко захожу. А, пускай будет. Я твой смотрю, но сейчас модерирую в своем чате. Да-да. А у меня он твой тоже включен. Параллельно. Работает. Я потом все равно еще в сообщество кидаю, да? Ты же видишь? Твои да. Трактора твои тоже там ставил. Нормально просмотры пошли. Четко. Все-таки. Активная игра, да, еще такая, ну, популярная. Аж 9 этих. Одновременно было. 9 человек? Да. Да ладно. Сейчас 1-2, да? И то, блин. Сейчас один, и то, возможно, это я. Ну-ка, я. И у меня один ты. Ну, уже время такое, наверное, да? Видишь, сейчас у меня-то время перевели. Раньше-то я раньше стримы включал. Сейчас же у меня же 2 часа разница с Москвой. А с тобой-то вообще 6. То есть та часть России уже спит. Там уже Владивосток скоро будет на завтрак просыпаться. Он это едет или нет? Он сзади меня едет. А, вот он, четвертый едет, да? Блин, я пока смотрел, кто там едет, в трассу зашел. Так, я сейчас заеду, отремонтируюсь пока. Вы там обгоняете. Этот боток уничтожаю, который сзади него едет. Четко, давай. Че, подождем? А, я в него врезался. Ну ты, ё-моё. Я не в того, извиняюсь. Я хотел в другого. Сейчас я их проторможу. Не ушли? В воду ушел. Давай. Ой, блин, я опять последний. С воды вышел, последний стал. Фига, я думал, отбил одного хорошо прям. Надо еще раз. Теперь я его подпихиваю. Как раз у него машина не такая сильная, значит надо взять другую машину. Нам помедленнее взять. Ну у тебя же нету машины. Какая у него? 166,7. Сейчас поменяю, подожди. 166. Да, у него 166. Ну я вот возьму Марса. Нет, что у меня тут есть? 186 Mitsubishi. Где он? Куда-то у него. А, вон слева. Направо поворачивай. Давай я позвоню, позову. Может, он другую гонку проехал за мной. Да хрен знает. Позвать? Скорпион. Скорпион.
Блин, после той машины вообще не едет. Чё, принял-то, да? Да, 3 из 8. Ты принял? Теперь я принял. 4 из 8. Вообще не едет. Короче, сейчас я продую. У тебя-то гелик. Не, я поменяю, это вообще никуда не едет Митсубиши, сорян. Это вообще не машина. Надо того слабо. Тимур, видишь, у меня новый проект. Где Тимур? На стрим мне зашел? На канале. Да, ко мне. Во, смотри. Что, с работы идешь? Тимурыч. Да, Тимурыч, кстати, вот работает ни свет ни заря, блин. Вуд-вуд-вуд-вуд. Вот эта делюксовская бэха, конечно, но выглядит прям ба. Бомбочка. Я такую в стоковом режиме вчера видел. Стоит одна на улице, там продается. Визуально прикольная штука. Стоит, блин, дорого. Так, теперь у тебя гелик. Блин, теперь они там взяли. Походу не он. Не, его здесь нет. Угу. Ну давай, тоже интересно, на слабой тачке догонять их. Чё мы все время на 400 плюс-то, конечно. Хотя вон бустер едет нормально еще. Блин, ну разгон, ну вообще никакой! Никуда! Ты куда едешь? Блин, я в эту BMW же ничего не делал вообще, это все стоковое, как было, да? Она 180 еле набрала. Так, как обычно. Только раньше на скорости залетало, сейчас так медленно. Это вообще, ну это что такое, а? Не, надо машину менять. Следующий круг берем опять 400+, пофигу. Бери тоже 400+. Но это не дело, смотри, ни в какие ворота не лезет. Ты сам он по заборам. Ты что там, колеса решил помыть? Ну да, по газону проехал, надо колеса промыть. А у тебя где-нибудь колонки включены еще, кроме наушников? Нет. Ты иногда ты говоришь, иногда эхо, иногда говоришь четко. Не по... То есть через раз. Ну так прогнозы можно ставить по этому автомобилю, что прям этот. Еще до начала поворота. Угу. Так, вот этот slow motion у тебя есть. Залетел так в поворот такой. Я, говорит, когда, говорит, в поворот летел, каждый камушек посчитать можно было. Да. Не, давай поменяем машину. Это что-то, я не знаю, что я так привык к скорости. Да. Я за этой тачкой я усну сейчас. Вообще. Смотри, у них 400 плюс. У одного, да, только у одного. Так, что надо выйти отсюда? Вагон С. Сейчас я поменяюсь. Какой берем? BMW или BMW? Кстати, у меня же тоже X6 есть, но у тебя он лучше. Ладно, я оставлюсь пока на Форду. На Форду. Форды. Так,
поехать тебя пригласить в гости. На хорошей гонке. Хочешь, денег заработаешь, да? Ну да. Форд, так Форд. Сейчас, подожди, бери Форда, бери. Сейчас я найду где платят больше. О, нашел, Миша. Все, я поехал. Я поехал там, где платят больше. Жди, да? Тебе же надо капусту заработать на тунинг. Что-то я не туда поехал. Ну, да, как обычно. Вот как обычно. Вот могу же сморозить, а? А, драйвер. Что, такой же сам у тебя, что ли? Ну, да. А, ну тогда все. Вот это понимаю. Тачка, да? Я тащусь за нее вообще. Как она пальмы срезает хорошо. Блин, я что, заезд пропустил? Да, вот здесь заезжаем. Как она боком идет, а? Ласточка, ласточка. Красавица. Смотри, тут, блин, там 180 пока наберешь, уже зеваешь. А тут 300, 200, бам-бам-бам. Ой, меня еще и сфотали, быстро ехал в поворот. Внимание, внимание, вы превысили скорость. Заплатите за превышение в следующей кассе. Талончик вам дадим за то, что вы превысили. На тебе, блин. Гасил. Ну, как это? Секрет сериал смотрел. А, Миша, у тебя дублирование голоса идет в игре Need for Speed. Там звук выключи, пожалуйста, я увидел косяк. Ну-ка. В игре, знаешь, звук выключается как? Не, нашел. Потому что когда я говорю, загорается мое имя. Когда ты говоришь, загорается твое имя. У меня настройки VIP выключены. Сейчас я сам их выключу тебе. Все. Выключил. Ха, я сейчас и свой выключу голос. Или? Я не могу свой выключить у вас. Все. Ну-ка скажи что-нибудь. Алло. Во! Еще раз. Алло. Перфект. Все, отлично. Все, у тебя вон в Need for Speed дублировался звук. Потому что ты когда говоришь, там сверху загорается твое имя. Я сейчас у тебя... Я же создавал сессию, да? И там я этот динамик выключил. Этот. Все. Все, теперь ты говоришь и нормально. Не троится, не двоится. Целый час я мучился. Думал, у меня крыша едет. Оказывается, я в Need for Speed звук включен был. Ты принял? Да. Apollo 10. Раз, два. Вот, заправка здесь, кстати, вон сверху есть какой-то гусь. Мне два бургера и картошку без майонеза. Тут. Ой-ой-ой, извиняюсь. Я хотел развернуть все это, тебя скинул. Алло, ничего. Живой? Нормально. Выбуксовывай. Главное, сильно не газуешь, а чуть-чуть нажимаешь педальку. Где-то скорость 5-7 и уезжай. А я так не могу. Могу. Но... Это у Тимура фишка куда-нибудь заедет. Стоит буксует, да? Усты какие-нибудь, чтобы взять. Да-да. Саплю, либо еще что-нибудь газовить, чтобы выехать. Я тоже на геймпаде, блин. Ну, на клавиатуре чуть тяжелее. Последний раз пробовал тоже, блин. Ну, можно, но... Можно, но надо потихоньку. Прям такое, как сказать, чувство надо такое, да? Кнопочку чуть-чуть нажал, отпустил. Нельзя долго ее держать. На тебе. Во! Вот это я гонка. Два раза Ford Fiesta, да? Фокус. Ты здесь еще?
А, во. Блин, нет! Блин, я улетел под мост. Ты лошара. Там грибов нет. Так, блин, грибов нет. Я как теперь вернусь назад в игру? Объясни мне. Пиздец, я проиграл. Выезжай. Так как? Выехал. Вот это я дал. Да, я тоже дал. Шампиньонов. Дал мухам. Через там прыгнул. Пропустил этот. Чекпоинт? Молодец. Там же справа трамплин-то хороший. Да-да. Да, я вон заправку чуть не заехал. Возле заправки, возле которой мы тут терлись. О, Олежка, внимашки, кусь, Наталья, кусь себе, муркусики, здравствуйте. У тебя еще нету модерки на этом канале. Здравствуй, здравствуй. Я заходил, у тебя был, у меня был монтаж чуть-чуть. Я заходил на стримы не к одному. Ну, ты там, такая боевая игрушка сегодня была. На днях Need for Speed было. Смотрю, у тебя Need for Speed Underground, прям Натали, прям собирает хорошие показатели, просмотры, это круто. И ты водишь хорошо прям, да, уже этот самый, ну, четко. Перейди, ты присоединяйся к нам. Да, покупай его, Need for Speed, смотри, хит, вот, смотри, что мы тут творим. У нас уже тут трое есть, четверо, сейчас еще тебя сюда, тут вообще будет стрим, блин. Ё-моё, ты посмотри, на тебе, подвинься. Натали, Натали. Ух ты! Обнимашки, обнимашки. Да, обнимаю тебя тоже. Не болей. Всего хорошего, хорошего начала завтрашней недели. Такой рабочей недели, если вдруг на работу не надо. Если на работу не надо, тогда стримерской неделе можно возле монитора, возле телевы... Ай, блин, в дерево врезался. Посмотри, что сделал, а. Вот я сейчас сам, конечно, проворонил. Мог бы ехать дальше. Ну хотя у меня еще и шанс есть там. Не то чтобы тебя догнать, но недалеко быть от тебя. А я уже так далеко был, смотри. Все равно уже парочку обогнать смог. Красота. Ну я соперников делаю на 1 километр. Ну уже пришел. Я вот его соперника догнать хочу. Но он, скорее всего, первый меня на финиш придет. Хотя, не факт, не факт. Не, я второй! Ура! Круто! Ура, 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 ура! Натали! Когда следующий Need for Speed? Рассказывай. Круто. 79 штук. Сколько тебе дали? 80? Да. Ну, у нас с тобой хорошая отрыва. Опять же, я косячил. Давай еще раз эту же. Блин, я хотел приглашение тебе дать, а мне кто-то сбоку дал. Еще здесь? А, вот он. Ну, зеленая тоже красивая. О, опять эту взял. Это у тебя одна не зеленая, да? Не, еще одна есть какая-то. BMW не зеленая была. Most Wanted раскраска. Ну, это... Я хотел зеленый покрасить, но рассидел подписчик какой-то. Да. Имя не помню. И он сказал, крась так, делай так, спойлер не ставь. Ну, все. Так, не, она, блин, пушка-гонка. Ей большие спойлера не пойдут.
Ну да, у нее здесь еще стоит расширение арок. Спереди и сзади. Да, видно. Ну, она такая низкая, широкая, как Lamborghini, как вот мой Ford этот. Спереди у тебя тоже бампер похож, кстати, на мой. С этими ребрышками. Да. Как нож. Одинаковый. Да. Там только мотора чуть-чуть. Такс. Так, ну и кто с нами, на какой машине? Dodge Viper на первом месте стоит. Ну посмотрим, насколько у него мотор-то. Тоже хочу Viper. А вот как раз с нами Mustang этот здесь. 160, который, да? Видал? А, да. Давай сейчас этих всех тогда тробить. Блин, я слетел с трассы, представляешь? Бомбес. А я бота с трассы скинул. Ну я хотел. Хотел помочь одного столкнуть и сам улетел. Здесь что самое плохое перекур бы. То, что мы сейчас собьем, не сильно ему повлияет. По 8 человек, плюс еще все равно получаешь 40%, то есть зарплата нормальная. Да. Просто он куда полез, он, у него слабый мотор, да, на такие гонки залез. Или у него уже больше, чем 160 там это. Ну что же, на тюнинг что-нибудь поменял там что-нибудь. Ну все равно будет денег. Чайку заварил. О, чаек-то хорошо. Сейчас, Наталья, почитай обязательно. Секундочку. Надо сконцентрироваться на этот. Зацепила игра, да. Тебя видел, я свою игра зацепила. Ну, такие игрушки так себе по мне. По крайней мере, если тебе нравится, это хорошо. Просто я говорю, я видел твой андеграунд стримчанский. Общение, классно ездишь, активчик прям хороший. Еще и после стрима там чуть-чуть подрос процент просмотров, нормально. Нравится народу, когда ты ездишь на тачке Underground. И это радует. У меня где-то тоже Underground была, надо будет ее поиграть здесь. Мне кажется, Underground, я тогда Тимура спрашивал, он сказал, по сетке ее не пойдет играть, да? Только так, чисто в одного. Ну, возможно, да. Сейчас же ремейк будет, да? Вот этого. Most Wanted ремейк. В 24-м году. Уже там засветились и все показали. Рассказали. Кто-то нам проговорился, кто голоса синхронизирует. За такие проговорки могут с работы уволить там быстро, да? Да. С другой стороны, я думаю, знаешь, они нагоняют этим хайп. Вот, он от самый последний едет, я его обогнал. Мустанг. Да. Как Cyberpunk тогда, помнишь, хайпа накрутили? И что получилось в конце концов, да? Недоделанная, сырая игрушка. Также, может, ремейки вот эти сейчас вот совсем фантазии нет. Ремейки штампуют. А что, что-нибудь новенькое что-то сделать? На тебе. А, блин, чекпоинт пропустил. Вот я. Наталья пишет, ее игра погрузила, зацепила, вкусняшки там, все дела. Ну, после стрима надо отдохнуть чуть-чуть, да, по-любому. Компьютер выключиваю, все, хватит, иди в баню. Отстаньте от меня все. Включаешь антивирус в организме, и теперь 2 дня компьютер не включаешь. Я почти неделю так отдыхал от всех стримов, комментариев и так далее.
Да, блин, вот сам же проспал первый поворот, и вот на тебя. Ну, не страшно, в принципе, здесь, как говорится, не корову проиграешь. Тут все равно, даже если я сейчас пятым приеду, мне все равно дадут нормальную копейку. Это уже радует. Я уже как раз до пятого места вон докатался. Я у него 160. Да-да. Да, ты уже на финиш приехал, видишь уже, да? Да. Вкусняшка — это хорошо. Это очень хорошо. Ну да, 50 тысяч дали почти. 49 376. Ё-моё. А? А? Красота. Это есть красиво. Чё? Попробуй ты подъехать, я сейчас отъеду. До этой гонки. Сколько тебе покажет? О, надо уходить нам, слышь? В гараж нам надо идти. Блин. Ну давай еще гонку. Потом все, да? Ну. Эту же гонку? Ну давай еще гонку, и тогда я тоже буду закругляться. Мне же на работу завтра. Ну давай эту же. Включай эту же. Тебе по-любому больше сейчас покажет денег. Для дрифта. Ну, Мерседес для дрифта хорошо бьет. Берет это АМГшный. Мазда MX-5. Что-то я еще брал. Хоть чтобы только дрифты было или как? Или все-таки... Нет. Я говорю, у меня же есть машина. Ну, еще один проект сделал. Да. Мне тот масл-кар, который я сделал для дрифта, маленькая, да, в некоторых гонках... не подходил, и я его заменил в другой машине. Окей. Право? Mazda RX-7. Вот почему у меня денег не набывается, я мало. Купил тачку и все, да? Полностью. Ага. Показать, чем я ее сейчас взял. Ну, я на следующем стриме продолжу, наверное, буду как раз таки ездить, краски собирать эти все, специальненько прокачусь так, чтобы это все прям эти карту подчистить, да? Я как-то ездил там чуть-чуть. Но вот смотрю, сейчас я вот заходил. Есть у меня где над чем поработать еще, да? Да. Карта у меня еще грязненькая. Вот. У тебя у Тимура нормально уже было. Сюжет меня расстроил, конечно, здесь. Я думал, поинтереснее будет. Ну. Сейчас мы сами, да, по себе тут гоняем, вне сюжета уже, да? Да. Самый большой сюжет получается, если так как хит, ой, Endbound построен на хите, да, получается то, что карьера там больше, чем в хите. Угу. А так, это то же самое хит, только перебил внимание. Нет смысла нет покупать. Единственное, что могут здесь серверы раньше закрыть, чем Endbound, да?
Хотя смотри, чуваки играют же на PlayStation здесь, да, еще? И мы на компьютере, как бы, да? Здесь сервера закроют. Ну, смотри. Получается... Так, сейчас у нас 23-й год. В 20-м году закрыли сервера на... 20-21 год закрыли сервера на Rivals. А Rivals когда выпустили игру? 13-й год. А, ну ж такая старая. 10 лет уже. Да. 50. Время пролетело. Мне казалось, насчет вот, вышло-то пару лет назад. Десятка уже. Да. И сервера FPS Run тоже недоступны. Ну, у меня не на PlayStation есть, что, так офлайн поиграть и все, ну как бы. Уже тоже не то пальто. Да. Вот мне потом после хита, после таких скоростей, этот Metaclub Лос-Анджелес включать, да? Там вообще. Даже драйвер Сан-Франциско мощнее было. Тачка, конечно, мощь! Гору вверх идет, прям даже не стесняется. Не, на 3 километра делаешь. Офигеть. А ты что там? А, так ты последний идешь? Так я машину для дрифта взял, для чего не сам не знаю. Ну да. Тебе сейчас, конечно, блин, ее управляемость, конечно, скажем. Не, по прямой-то хорошо, поворот. А, только поворот дошел, все, тебя закинуло и раскинуло. Да. Приехал? А нет, у меня 80%. А, ладно, я уже приехал. Тут же получается, помимо покраски, есть еще эти гонки на дрифт. И трамплины. Вот я для гонки на дрифт и сделал эту RFM-сигнал. Потому что оно полегче, ей проще проходить повороты, пока этот маслкар раскрутишь. Угу. Это точно. Так, ну что, на этой прекрасной ноте всем говорю благодарю за прибытие, кто смог находиться на трансляции. Мы сегодня с Мишей гоняли опять. Да, первый стримчик что-то у нас слабенько получилось, что-то там не хватало, что-то тормозило. Но все решили сейчас. Нет, сейчас все нормально работает. Даже на телефоне включаешь дублёж. Все работает, ядрёно вож. Короче, фига у тебя там какая превьюха красивая. Лайкос, Миша. Так, надо знаешь, что сделать? Подожди, а ты еще вон едешь. Сейчас я зайду с другого аккаунта, с моего, и ссылочку на коллегу по стриму. Конечно же, вы найдете у меня, как всегда, в сообществе. Всем желаю хорошего новой недели рабочей. На неделе много не работать. Работа опасна для здоровья, для вашей нервной системы и так далее и тому подобное. В маслкаре я здесь нормально спуститься не мог. Ну да. Что такое? Куда поехал опять? Дрифт не прошел. Да я вижу. Ты уже по кустам пошел. 50 штук набрал, но ударился. Ай. Так, ладненько, я на сегодня стрим останавливаю. Всем от души.
Добро пожаловать, конечно же, еще к нам на стримчик. Будет намного интереснее, веселее. Да, со временем сейчас, конечно же, чуть-чуть не западает, но все поменяем. Будем стараться чуть-чуть начинать раньше стримчики. Конечно, уже время уже такое не стримерское для некоторых там, да, но нужно понимать. Миша, спасибо тебе за коллабчик. Запись я сделал. Обязательно сделаем еще с этого тоже такую небольшую нарезочку. Все, всем отличного еще остатка от воскресенья. У вас уже там, у кого-то уже понедельник, у тебя уже понедельник, у меня еще воскресенье 2,5 часа будет. 3 часа ночи. Да-да, а у меня 21-29. Разница какая во времени, это жесть. Чувствуется, мне же тоже все, устал. Глаза закрываются. Все, всем благодарность за участие в стриме, в чате, активность. 11-й, Наталья, Миша, Шурик Питерский. Все, до скорых встреч. Забегайте еще. Очень скоро будет еще стрим. Надеюсь, на этой неделе у меня получится еще пару стримчанских. Хотелось бы, конечно, Миша, с тобой и поиграть сам, знаешь, что, да? Да. Где этот каноули, вот это вот. Нашу штучку, прикольную игрушку. Ну, посмотрим. Во вторник, может быть. Может быть. Завтра, не знаю, во вторник надо постараться. Все, ладненько. Я удаляюсь всем. Пока-пока. Продолжение следует.